Хакасская полиция открывает двери. Впервые после двухлетней реформы МВД начинает прием новых сотрудников. На службу теперь уже в полицию нужны в первую очередь участковые, постовые, сыщики и автоинспекторы. Правила приема стали строже. Например, кроме службы в армии обязательно требуется и диплом о высшем образовании. Готовы принять в строй силовики и бывших сотрудников, которые не смогли пройти переаттестацию в прошлом году. Но привилегий для экс-милиционеров не будет, заверяют в МВД. Сейчас в Хакасии служат около 3000 полицейских, и новых вакансий не так много. Раньше было необходимо сократить до 22% личного состава, и чтобы вот это сокращение было безболезненно, поэтому набор в органы внутренних дел не производился. В этом году появилась такая возможность, у нас есть вакансии, 60 вакансий, и мы готовы принять этих сотрудников, и они будут приниматься на конкурсной основе.